Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как добавлять сообщение, или его еще называют текст из ВК. Сообщение из ВК. Ну, вот выглядит оно как-то так. Нажимаем
Смотрите, сколько классных шаблонов для сообщений у нас есть. Выбираем тот, который нам понравился, и вводим текст. И наш шаблон можно изменить. Изменить размер, выбрать шрифт текста. Также можно выбрать цвет и изменить прозрачность. Мне все нравится, поэтому я сохраняю. Нажимаю «Применить», «Следующее», «Сохранить» и «Сохранить». Заходим в CalMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, «Медиа» и выбираем наше видео, которое мы сняли. Нажимаем на слой, фото и выбираем нашу первую фразу. Увеличиваем и ставим ее в нужное место. Подстраиваем наш слой под слова. Просмотрим, все ли у нас совпадает. Дальше снова нажимаем на слой и выбираем нашу вторую фразу. И так проделываем с каждой фразой. Также этот слой подстраиваем под слова. Теперь я хочу анимировать наши фразы. Выделяем слой и нажимаем на выражение. Здесь у нас появляется перечень того, что можно сделать. Но я возьму предпоследний пункт – дрейф. А вы можете проэкспериментировать, понажимать и посмотреть, какой вам лучше подойдет. Все это я проделываю с каждой фразой. Теперь я на фразу «Мы вне системы» хочу добавить космос. Картинку я скачала заранее. Нажимаем на слой и выбираем нашу галактику. Теперь я нашу картинку хочу сделать немножко прозрачной. Выделяю нашу картинку и нажимаю на альфа-непрозрачность. Немного ползунок опускаю вниз. И теперь добавим пульсацию. Выделяю картинку и нажимаю на выражение. Выбираю пункт мерцания. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Получилось очень круто. Если вас тоже все устраивает, сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Еще раз на стрелочку. И Save Video. Все, наше видео сохранилось. Без друга прожить дня. Капкан, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить? Как? У тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе.
А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео, а когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок, чтобы я могла вас найти и лайкнуть. Всех люблю! Пока-пока!